Всем привет! Я по-прежнему в Грузии, в Тбилиси. И сегодня с моим другом Задой мы прогуливаемся по Сабуртало, да? Да. Сабуртало. Проспект Пекина. Посмотрим, что это за район. Ну вот, скверчик небольшой, как из метро выходишь. Парк Буки. Парк Буки. Парк Буки, ботанический садик. Да. Угу. Растут банановые деревья и разные растения. Субтропические и нормальные, да. Он почему-то всегда закрыт, да? Всегда закрыт. Я даже никогда не входил туда. То есть, наверное, там особые там группы, наверное, будут входить, или какие-то специалисты, ботаники, наверное, может быть, или агрономы. Вот можно снять с листа. Оранжерея. Это улица Бахтрёновская. Ведет она улица Панаскертели. Там находится церковь и высокосные здания. Ресторанчик готовится, в том числе и на дровах по старинке. Какая это улица? Улица Гамрикели, Давида Гамрикели. Да. Это была бывшая Кутузовская улица. Понятно, да. Понятно. Сейчас уже Гамрикели, потому что вот так меняют имена. Название улиц меняют. Это можно... Сабурталинская улица. Да. Отсюда прямо можно выйти на побережье Куры, реки. Мост и до моста, там еще ресторан. Да. Ну, компьютерная техника, магазин Alta. Здесь и фотоаппарат. Мы находимся возле улицы, начала улицы Мискевича. Да, которая ведет к концу к инфекционной больнице. В общем-то, привет Белоруссии. Да, обязательно. Белый аист летит в этом доме 1966 до 2002 года жил выдающий грузинский научный сотрудник, археолог и общественный деятель, академик Аттар Латкипанидзе. Пошли по Мицкевича в обратную сторону. Вот лично мне улица эта напоминает родной город. Такие же пятиэтажечки. Ну, в общем-то, ничего здесь особенно такого нет. Ну, как-то вот по-особому уютно немножко. Ну, по-советскому. Да. Да, по-советски. Да. Очень много деревьев растет по улицам. И дают хорошую тень. Мы сейчас выходим на проспекте Пекина. Может быть, сейчас он называется проспект Гамсахурдия. Раньше было проспект Пекина. Это связано с Китаем? Да, во время Советского Союза назвали его, да. Возле площади Гагарина, вот уже к перекрестке начинается проспект Пекина и доходит до гостиницы Ачара, бывшая в нынешней Holiday Inn. Да. Сабурталинская улица. Чеканец Сабурталинского выходит к площади Саакадзе. Да. И турецкий. Турецкий магазин, такие страшные почти манекены. Ну, магазины как магазины. Манекены. Начинается проспект Пекина. Да. А эта улица какая? Это улица Костава. Ага. Пойдем. Развилка идет с площади. Разворота идет развилка.
Эта улица идет с телевизии. Первый канал Тбилиси внизу, с Кастава сюда, потом Шартава. Потом уже продолжать. Дворец спорта. Да. А памятник кому? Памятник спортсмену. Ага. Гонголы, и на, у него на члене лист, так сказать. Да. Ну это, наверное, Аполлон. Да. Аполлон. Это улица центральная, так сказать. Макдоналдс, новые постройки и самое главное, гостиница Аджара. Во время Советского Союза она гремела. Была дешевая гостиница, много были туристы, но сейчас его переименовали Holiday Inn. Политехнического, бывшего института, нынешний политехнический университет, да. А факультет машиностроения военное. Да. В общем-то, технический университет тут целый квартал занимает. Справа, слева все корпуса университета. Вот это тоже корпус университета. Вот здесь развилка, так сказать, Пекина начинается, а это уже другая улица. Да. Это реклама, да? Реклама, это wall paint, так сказать, стенный живопись. Продается участок разрешением строительства. Мы приехали в территорию метростанции Тбилиси на проспекте Важа-Пшавели. И сейчас мы стоим к уголку у проспекта Казбеги. Да. И две длинные улицы Важа-Пшавела и Казбеги. Да. Улица Казбеги. А Казбеги это поэт. Это был поэт, который был выдающий, знаменитый грузинский писатель. И он писал про горских героев рассказы. Да. В честь него селение Казбеги? В честь него селение Казбеги называется. Да. Это длинный проспект ведет к метро. На до улицы, как сказать, Капторан. Здание, в котором раньше находилось Руставий 2. Выходим на улице Капторадзе. Там, наверх. Это уже почти конец Важа-Пшавели проспекта. И там стоит высокий бюст поэта Важа-Пшавели, который прославлял природу и животных. Здесь бассейн. Бассейн. А метро называется? Метро Важа-Пшавели. Ага, понятно. И мы идем к памятнику. Какому-то человеку. Да то был Квадзе. Да то был Квадзе. Здесь написано не убивать. Не убивать. Да.
Надо будет почитать, как кто-нибудь рисует, что это за человек. Это не убивать, это написано в Библии. А, ну да, не убей. Не убей, да. Что же такое этот болтван? Наверное, на этом буду я небольшой репортажик заканчивать, а Субурталу. И мы направимся за Зазой дальше. Квартал, который называется Ваке. Посмотрим, что там есть.